Вот так, собственно говоря, здесь все устроено. На осликах тут и устраивают всю погрузку, разгрузку, доставку. Такие вот местные ребята. Подняли груз наверх, что-то назад вниз везут. Вот такая круть. Вот так вот. Я не знаю, куда они там что возят. Наверное, поднимемся повыше и увидим. Но круто. Техника налажена. Людей возят, грузы возят. Три человека, и он почти что... Сколько? 15 милов этих осликов. Вот так вот. Становится немножко теплее. Здесь прямо, скажем, уже градусов по 30 жары. Так что шапочки приходится одевать и все остальное.